folhetas para возлагают цветы. Это вечный огонь. Одна из его. Подойди.
Моя невеста. Только, ну, цветы только не становись аккуратненько. И свечки. Здесь нужно, у нас с тобой нету свечки. Артурчик! Артур! Ты где там потерялся? Рассказывай, что ты там видел? Огонь! Пошли Да, пошли со мной. Ну там, наверное, там нужно свечку. Да, там свечка общая. А у меня нету свечки. А там общая свечка. Пойдем посмотрим. Я пошла. Тихонько, думаешь, это железо? Как будто реальное, да? Да. А это горельеф, Артур. Пошли ко мне. Пошли ко мне. Говори, что это... Зря ты сюда не шла. Мы здесь были один раз и сюда не шли. Сейчас смотри, что. Огромный танкист. Пойдем туда. Тут аккуратно, Артур. Тут мы сейчас находимся на высоте. Фашистский крест. Георгиевская ленточка. Артур,
Что это такое? Таички. У нас яйцо русская эмаль. На Руси технику эмали знали с глубокой древности. Подожди, издавна она называлась Финфтью. Интересное название. Не трогай, Артур, не трогай. Только можно смотреть глазками. Ё-моё, там кто-то стреляет. Яйцо в технике point-to-point. Это я. Точечный метод использования в чеканке. Яйцо матрешка. Просто матрешка. Вон какая. Глаза. Ох, лама. Мама, это такую же шапку, как и у них. Пилотку? Ну, а ты посмотри, где они продаются. Надо посмотреть. Понятно. У тебя было вкусное. Ну скажи, какой маркер провоенный? 9. Да, 9 мая. А ты путаешь с 8 марта. Скажи еще раз, каким маркером? С каким? 9 мая. А это что такое? Это ракета. Яйцо ракета? Да. А это яйцо кореянка. О, смотри, завтра они на ней полетались. Яйцо Фаберже военное с миниатюрой на мольберте. Увеличенная копия. Военное стальное. Было создано в 1916 году по заказу императора Николая II. Подарено на Пасху его супруге. Поищем, где те шапки продают. А тебе лишь бы что-нибудь купить. Да, те шапки, которые у людей военные. Яйцо Федоскина. Самый старинный является Федоскина. Российская тупица, матушка, адвокат, у них жили, но и потрясающим лаковыми миниатюрами. Пошли. Сейчас все закроется. Больше не смотреть яиц. Почему это больше не смотреть яиц? Яйцо жёсткого. Вот это жёсткого. Видишь, ты вот уже знаешь. Хлама жёсткого. А это в какой технике? Хлама. Нет, это не хлама, это гжель, Артур. Это гжель. Гжель – это вид русской народной росписи, происхождение которой уходит в 11-13 век. Является национальным достоянием России. Вот сцена. Да, вот сцена. А это у нас тоже хохлома. О, там есть яйцо ракеты. Вот что я сказал, там яйцо ракеты. Декоративная роспись деревянной посуды и мебели, выполненная красным, зеленым и черным цветом по золотому фону. О как. Мама. Ну все, последнее яйцо. Яйцо традиция. Фотографировать мы не будем мешать. Вот, а вот уже и сцена. Вот уже и сцена.